Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем вязать куколку Лали-Лала. Первая часть уже есть на канале, там, где мы с вами вязали ножки, тело и делали вот такую юбочку. То есть первая часть уже есть на канале, ссылочка будет внизу под этим видео. И хотела вам сразу сказать, так как вы будете вязать, провяжете первую часть, вы по своим моточкам сможете увидеть разницу, да, то есть, что этого основного цвета у вас получается мало, и вы можете, ну, там будете думать, переживать, что вам вдруг не хватит. Смотрите, то есть, я считаю, что это основной цвет, потому что его уходит больше всего. Вот там, где у нас идет как будто вот это платье, да, и у нас идет вот ботиночки у нас идут. Также у нас будут идти сюда ручки, поэтому этого цвета уходит больше всего. И как бы получается, что у меня, в принципе, пряжи хватало на сумочку. Так, вот вам сейчас покажу. То есть, видите, у меня вот ручки, тело, да, ботиночки связаны вот этим цветом, и на сумочку мне тоже хватило. Но, допустим, я хотела связать еще шапочку именно таким цветом. На шапочку не хватило. Поэтому, если вы видите, может, вы вяжете не так плотно, как вяжу я, может, вы вяжете свободнее, и у вас уходит еще больше этого моточка, вы просто не переживайте. Вы возьмите, вот, например, с этого другого цвета и просто можете связать сумочку из него. Ну, или если у вас есть вдруг в запасах, то нет вопросов, так? А если у вас нету, например, такого цвета, и вы не хотите его докупать, то берите вот этот и можете сумочку смело с этого цвета вязать. С этого другого, что мы вязали вот с вами юбочку, вот эти колготочки, так? То есть ничего страшного абсолютно нет. Можно так скомбинировать, тоже все хорошенько получится. Вот. Значит, сегодня мы с вами будем вязать ручки и голову. Потом мы, конечно, пришьем глазки, добавим туда все хорошенько наполнителя. И эти все части вместе сошьем, и будет у нас уже эта куколка готовая. Вот. Значит, давайте будем приступать к ручкам. Для ручек я буду брать вот такой светло-серый цвет. То есть у меня... Смотрите, ручка, так, это одна. Вот эта часть будет светло-серым цветом, и голова точно таким же цветом. Если вдруг у вас, может, есть молочный, бежевый, серый, то есть вы тоже можете его брать, использовать сюда. Вот, то есть вот эта часть ручки и голова одним и тем же цветом. А здесь идет вот этот основной цвет, что и вот платье или курточка, там, где мы вязали ботиночки. Вот так. Ну, это все можно, знаете, комбинировать так, чтобы все нам хватило, чтобы все у нас получилось. Значит, для ручек я беру серый цвет и начинаем вязание. Значит, замыкаем в колечко амигуруми или, как вяжу я, две воздушные петли. Так, набираем 1, 2. В одну, вот в эту первую петельку я ввожу, вкалываю и провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, теперь возьмем себе маркерочек, отмечаем начало нового ряда. Значит, первый ряд у нас 6 столбиков. Теперь вяжем второй ряд. В каждый столбик мы делаем по прибавочке. Так, чтобы у нас во втором ряду получилось 12 столбиков. Провязываем. 1. В тот же самый вкалываем. 2. Дальше снова. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, вяжем с вами третий ряд. Мы провязываем 1 столбик и делаем прибавочку. И так повторяем 6 раз по кругу. Значит, вяжем 1 столбик и делаем прибавочку. 1, 2. И снова столбик и прибавка.
так, чтобы у нас в третьем ряду получилось 18 столбиков по кругу. Провязываем самостоятельно. Так, провязали с вами 3 ряда, 18 столбиков у нас по кругу. Теперь нам нужно провязать 4 и 5 ряд. 2 ряда вот этих также вяжем без изменения, уже 18 столбиков без накида. Отмечайте себе маркирочком и вот такими столбиками уже без прибавочек провязываем. И тогда мы с вами уже встретимся в конце 5 ряда. Так, провязали 5 рядов, 18 столбиков у нас по кругу. Дальше мы с вами вяжем 6 ряд и делаем убавочки. Мы вкалываем вот там в первую петельку начала нового ряда, вкалываем 1 столбик и делаем убавочки за 2 передние стенки. 1, 2, первая убавка и снова столбик и делаем убавочку. Так. И вот так 6 раз по кругу провязываем. Так, вот видите. Теперь нам нужно именно в 7 ряду сменить цвет. И 7 ряд мы с вами будем вязать за задние стеночки. Почему за задние? Потому что, видите, нужно так, чтобы оно вот так ровно было. Вот именно таким красивым как бы рядом вот шло, да, чтобы оно так выглядело. Если мы будем вязать по-другому, то есть зацеплять каждый столбик, я вам сейчас покажу, то есть оно будет как зубчиками и некрасиво будет смотреться. Вот, допустим, например, смотрите, допустим, мы присоединили цвет и просто вяжем вот такими, вот видите, то оно у нас будет выступать такими вот ребрышки или зубчики, кто как считает. Вот. А нужно так сделать, чтобы оно было красиво, ровненько. Вот. Поэтому мы будем зацеплять задние стеночки. Значит, я сейчас в первую стеночку нахожу. Так, вот она, задняя стенка. Нашла я ее. Захватываю ниточку, две ниточки на крючке. И теперь буду присоединять цвет. Вот этот фиолетовый, что у меня основной, так присоединяю. Вот. И дальше я уже буду вязать этим цветом за задние стеночки. Этот цвет, конечно, можно отрезать, он уже нам не понадобится. Так. Вот. И вот этот кончик можно сразу ввязывать в серединку. Там 2-3 петельки пройтись, 2-3 столбика, и потом его запрячем. Так, теперь я буду находить только задние стенки. Так, вот она. Есть. Захватываю вместе с этой. Так. И снова. Вот так не спешите, чтобы оно хорошенько получилось. Вот. Этот кончик спрятали и теперь провязываем. То есть у нас была это одна петелька, вторая, третья, четвертый столбик у нас, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцать. И 12. Это тот столбик, где мы присоединяли ниточку. Так, значит, теперь, чтобы вы не ошиблись, хорошенько пересчитайте. Я тоже пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 11 и вот это 12. Значит, мы сюда и будем вкалывать еще один раз за заднюю стеночку. Вот, и теперь мы уже отсчитывать ряды будем вот с этого места. Там, где у нас идет как бы смещение на один столбик. И провязываем еще 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Так, вот видите, мы с вами провязали вот этой серой ниточкой 2, 4, 6 рядов, так, и теперь этот у нас 7, 8, и так по 24 ряд, 12 столбиков по кругу мы вяжем самостоятельно, добавляем холофайбер только сюда в ладошку, то есть видите, у меня до этой части набита ручка, вот здесь плотненько только до этой части, вот эта часть, она у меня пустая. До этого места можно набивать, ну хотите, можете сюда, но лучше пусть будет чуть-чуть больше, вот так, тогда ручки сами длинные и они будут как бы хорошенько так держаться внизу, то есть в стороны не будет торчать, то есть вот так, только здесь. Так, значит, что провязываем самостоятельно и встретимся с вами уже в конце 24 ряда этого ряда. Друзья, смотрите, я дохожу до конца 24 ряда. И, как видите, у нас здесь вязание, то есть это как вяжется, как трубочка, да, и они постепенно немножечко уходят наискос в сторону. То есть начало ряда у нас здесь, так, смотрите, вот этот ряд идет вот сюда. Значит, и здесь, так, мы уже заканчиваем, то есть не смотрите вот так ровненько, а именно вот здесь. И значит, теперь нам нужно сюда добавить наполнителя. Вы могли, конечно, это делать в самом, как бы, чуть раньше, так, ну, можно и так добавлять тоже. И вот так палочкой хорошенько там все поправить в серединке, чтобы вот этот наполнитель хорошенько разложился на всю ручку. Так, еще добавим. Вот теперь у нас здесь тверденькое такое местечко. Так, теперь у нас здесь хорошенько все держится. И вот смотрите, здесь мы заканчиваем ряд, и у нас как раз получится вот это соединение, когда мы будем пришивать ручки вот так, да, то вот эти соединительные столбики, они будут из, ну, как бы прилегать к телу, и этого не будет заметно. А с той стороны ручка будет красиво смотреться. Поэтому мы сейчас вот так вкалываем, видите, здесь захватываем столбик, и с той стороны другой тоже захватываем столбик. Теперь вот эту ниточку подхватываем и провязываем. То есть мы соединяем нашу ручку. Вот так. Так. Вот этот небольшой кончик мы оставим, отрежем. Хорошенько его запрячем в серединку, спрячем его так. Так. Тот кончик, что мы с вами отрезали, мы его сейчас тоже хорошенько запрячем в серединку.
Лишнее можно отрезать, а еще лучше тоже спрятать. Тем более, что у нас здесь ручка пустая, и там есть место. Вот. Значит, вот такие получились у меня две руки. Как видите, здесь они идут, вот эти части, ряды ровненько так. А здесь по этой стороне у нас было вот это соединение, куда мы меняли цвет. Но это все равно его не будет видно, потому что мы ручки наши будем пришивать вот так. Вот, можете посмотреть, и этого не будет заметно. Так, ну что ж, теперь мы переходим на вязание головы. Сейчас с вами мы будем начинать вязать голову. Значит, смотрите, какая она должна получиться. Вот такая, полностью вся кругленькая. Так, вот такая должна быть голова. Значит, для вязания головы нам нужно взять этот цвет, что я вам говорила, вот такой, как здесь на ручках. И мы набираем точно так же 2 воздушные петли, как мы с вами начинали вязать ручки. Набираем 2 воздушные петли. В первую петельку мы вкалываем и провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Отмечаем себе начало нового ряда и вяжем второй ряд. Во втором ряду должно получиться 12 столбиков. То есть в каждый столбик мы делаем по одной прибавочке. Вяжем 1, 2. Следующую петлю 3, 4, в следующую 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 12 ряд, второй ряд 12 столбиков. Дальше вяжем с вами третий ряд. Мы сначала провязываем 1 столбик и делаем прибавочку. 1 столбик и во следующую петлю 2 столбика. И так повторяем по кругу 6 раз, так чтобы в третьем ряду у нас получилось 18 столбиков по кругу. Провязали с вами третий ряд, 18 столбиков. Дальше вяжем четвертый ряд. Мы провязываем 2 столбика и делаем прибавочку. 1, 2 и делаем прибавочку. Вот у вас будет такая косичка, и вы должны будете видеть вот там, где мы делаем прибавочку. 1, 2, 1 столбик. Второй столбик и делаем прибавочку. Итак, 6 раз по кругу до конца ряда. Четвертый ряд, 24 столбика без накида. Вяжем с вами пятый ряд. Мы провязываем 3 столбика и делаем прибавочку. 1 столбик, 2, 3 и делаем прибавочку. 1, 2. Итак, до конца ряда, пятый ряд, 30 столбиков без накида. Вяжем с вами шестой ряд. Мы провязываем 4 столбика и делаем прибавочку. 1, 2, 3, 4. И вот у нас вот эта косичка нашей прибавочки. Мы делаем 1, 2. И так повторяем до конца ряда. Шестой ряд, 36 столбиков по кругу и без накида. Вяжем с вами седьмой ряд. Мы провязываем 5 столбиков и делаем прибавочку. Отмечаем себе начало нового ряда и провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и делаем прибавочку.
раз, два. И так по кругу 6 раз до конца ряда. У нас 7 ряд 42 столбика. Вяжем с вами 8 ряд. Мы провязываем 6 столбиков и делаем прибавочку. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем прибавочку. 1, 2. Итак, до конца ряда 6 раз мы будем делать прибавочки, и у нас у 8 ряду должно получиться 48 столбиков по кругу и без накида. Вяжем с вами 9 ряд. Мы должны провязать 7 столбиков и сделать прибавочку. Отмечайте себе начало нового ряда и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и делаем прибавочку. 1, 2. Итак, мы с вами вяжем 6 раз, прибавляя до конца ряда, так чтобы в 9 ряду у нас получилось 54 столбика по кругу и без накида. Вяжем самостоятельно. Так, смотрите, вот мы с вами провязали 9 рядов. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот так у меня получается. Кончики остаются в серединке. Это у меня маркерочек. Вот так. Теперь, что нам дальше нужно сделать? Значит, 9 рядов мы провязали. Дальше с 10 по 16 ряд, то есть этих 7 рядов, мы будем вязать 54 столбика по кругу без накида и без изменения. И тогда мы с вами уже встретимся в конце 16 ряда обычными столбиками. Вот просто без всяких прибавочек. Вот так. Провязываем самостоятельно. Так, друзья, провязала я 16 рядов, и у меня здесь по кругу 54 столбика без накида. Вот так оно смотрится. Теперь смотрите, если вы будете вставлять глазки на безопасном креплении, то вы можете взять размером 10 или 12. Маленькие не вставляйте, потому что оно будет немножко так... Ну, по-другому куколка будет смотреться и немножечко так будет смешно выглядеть. Поэтому лучше, чтобы это были глазки чуть побольше. 10 или 12 размер. Так, тоже желательно, конечно, черные. Ну, вы уже там смотрите, какие у вас есть, какие вам подходят. Значит, вам нужно тогда вставлять глазки на безопасном креплении между 12 и 13 рядом. То есть я это говорю сейчас, так? Вы их вставите, потом мы довяжем, добавим наполнителя, и у вас глазки будут готовые. Кто будет пришивать глазки так, как пришивать буду я, то мы сначала вяжем голову полностью, так, набиваем холофайбером. Тогда, когда уже голова будет хорошенько все набита, тогда мы уже будем пришивать с вами глазки. Значит, дальше мы с вами вяжем 17 ряд. Теперь мы будем отсчитывать все в обратную сторону. То есть мы с вами будем делать убавочки. Так, значит, отмечаем себе начало нового ряда. Так. И считаем 7 столбиков и делаем убавочку. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Так, 2, 4, 6, 7. И делаем убавку. Убавочку мы делаем за 2 передние стеночки. То есть мы захватываем 1, вот одна передняя стеночка, захватываем вторую, продеваем ниточку и провязываем вместе. Итак, мы с вами повторяем 7 столбиков и убавочка. Так повторяем 6 раз до конца ряда, чтобы у нас
В 17 ряду получилось 48 столбиков без накида. Вязали. Дальше вяжем с вами 18 ряд. Мы провязываем 6 столбиков и делаем убавочку. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем убавочку за 2 передние стенки. Вот так. И так повторяем по кругу 6 раз до конца ряда, чтобы у нас в 18 ряду получилось 42 столбика по кругу. Вяжем с вами 19 ряд. Мы провязываем 5 столбиков и делаем убавочку. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и делаем убавку за 2 передние стенки. И так по кругу 6 раз до конца ряда, чтобы у нас в 19 ряду получилось 36 столбиков без накида. Вяжем с вами 20 ряд, 4 столбика и делаем убавочку. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4 и делаем убавку. 1, 2. Итак, до конца ряда повторяем 6 раз, чтобы у нас в 20 ряду получилось 30 столбиков по кругу. Так, друзья, пока что мы с вами провязали вот этих 20 рядов. И вот видите, у нас маленький такой кружочек остается. Сейчас как раз нужно добавлять наполнителя. Не затягивайте очень так до конца, потому что потом будет более сложнее добавить. Значит, наполнитель мы добавляем в голову плотно, потому что эта игрушка вроде и мягкая у нас, так, но она не есть такая мягкая, как игрушки с плюшки. То есть, вы знаете, вот, чтобы она ни в коем случае вот такая не была. Потому что рано или поздно это все всядется, и игрушка будет, ну, сами понимаете, никакая. Поэтому обязательно очень хорошо пальцами все себе там расправляете, располагаете этот холофайбер так, чтобы голова была у вас действительно кругленькая. Хочу сказать, что вот, например, вы добавили, вот попробовали, почувствовали, что там есть место, обязательно также туда вставляйте наполнитель. Конечно, это делать неудобно на столе. Я сейчас тоже буду добавлять самостоятельно. Вот, например, я чувствую, что у меня там еще есть место, да? Я вот так руками вот это все хорошенько так расправляю по всем сторонам, по всем вот так частям, да? Еще, конечно, видите, там куча места есть, то есть это очень мягко. Обязательно плотно набиваем. Даже можете прижимать к себе. Вот я прижимаю к себе. Вот это все вот так расправляю. Вижу, что там есть место, тоже добавляю. Бывает иногда так, что у нас там, где мы будем пришивать глазки, у нас вроде кругленько. Мы поворачиваем на заднюю сторону. Вот можете видеть. Здесь вроде кругленько, а здесь у нас вот такое. Немножко вот это все тоже нужно подправить так, чтобы оно и с той стороны было кругло. Вот, значит, добавляем самостоятельно, и тогда с вами включаюсь. Так, добавила я холофайбера. Вот так у меня получается. Сейчас, конечно, еще будем добавлять. Пока что так. Теперь дальше вяжем 21 ряд. В 21 ряду мы будем провязывать 3 столбика и делать убавочку. Значит, вяжем, отмечаете себе маркерочком и вяжем 1 столбик, 2, 3 и делаем убавочку. 1, 2. И так до конца ряда. Повторяем 6 раз, чтобы у нас в 21 ряду получилось 24 столбика по кругу. Вяжем с вами 22 ряд. Мы провязываем 2 столбика и делаем убавочку. Вяжем 1 столбик, 2,
и делаем убавку. Раз, два. Так. Итак, 6 раз по кругу до конца ряда. 22 ряд, 18 столбиков без накида. Итак, смотрите, вроде голова у нас уже готовая, так? Вот, кругленькая, все. Но хотела вам еще показать такой один момент. Значит, смотрите, у меня здесь, я вот со всех сил, уже как бы действительно все плотненько набито, так? Но когда я возьму палочку, так, я хочу попробовать, все ли я правильно набила, добавила, так? Смотрите, я со всех сил, вот поверьте, со всех сил, да, проталкиваю, и у меня там есть вот еще место. Вот точно так же здесь. Смотрите, сколько еще вот палочка заходит, так? Вот, значит, еще сюда, вот к там, где оно есть, нужно добавлять. Вот. И вот здесь, видите? Вот у нас вот здесь тоже есть еще место. И там тоже нужно добавить наполнителя. Значит, мы вот так понемножечку, да, просовываем его туда. Я вам так показываю, потому что вы можете спрашивать о плотности, вот, чтобы вы знали. Именно эту куклу вот я так и добавляю. Девочки, со всех сил практически. Так, значит, вот видите, также сюда мы тоже добавляем, что в серединку, что по этим краям. Вот так. Чтобы у нас было все плотненько, так как нужно. И обязательно смотрите, чтобы голова действительно получалась круглая. Вот так. Вот. Хорошенько все, конечно, я себе сейчас тоже буду поправлять. Вы поправляйте себе, так? И мы смотрим на то место сейчас, где мы будем пришивать глазки. Смотрим то, где нам нравится больше всего эта часть. Хотя она у нас вроде и кругленькая, но мы подбираем то местечко, где мы будем пришивать глазки. Значит, смотрите, глазки я буду пришивать точно так же, вот, например, если вы там вставляли между 12 и 13 рядом, так? Итак, давайте будем пришивать с вами глазки. Значит, вот эту ниточку, плюшевую пряжу, да, мы можем уже ее отрезать, потому что мы все равно голову обязательно будем пришивать только прочной ниточкой, так? Вот эту мы спрячем в серединку. А прочной ниточкой мы будем пришивать, потому что голова это самое основное, чтобы у нас хорошенько держалась. Так, и значит я взяла вот иголочку, обычная швейная ниточка в два сложения. Так, и отсчитываю 12 ряд. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. И расстояние между глазками у нас должно быть 8 столбиков. Так. Вот вроде кругленькая, но она где-то еще вроде что-то хочет. Так. Значит, я так примерно для начала себе просто представляю, так, где бы я хотела их видеть. 2, 4, 6, 8. То есть они должны быть на таком немножко широковатом расстоянии, чтобы не было вот так узенько, так? Широкие. 2, 4, 6, 8. И вот здесь я буду пришивать сейчас правый глазик. То есть я вот так ввожу просто ниточку. Сюда вывожу ее. Для начала нужно ее хорошенько зафиксировать. Иголочка здесь, получается, должна быть тоненькая, потому что вот здесь у нас есть дырочка ушки, но все-таки, чтобы та игла, чтобы она пролезала. Вот.
И здесь мы и будем пришивать. Тоже хорошенько, плотненько пришиваем. Я думаю, что такие глазки можно найти, в принципе, в любом магазине. Именно в том, где продают все для шитья, для рукоделия. Я думаю, что вы найдете такие. Вот как для меня, то именно в этой куколке они сюда очень здорово подходят. Вот. По несколько раз обязательно хорошенько нужно пришить. Сколько вам не жалко? Вы должны под руками чувствовать. Хотя у нас там есть такая, знаете, как бы ножичка вот в этом, в этой пуговке. Она как бы туда-сюда немножко болтается. Все равно хорошенько пришиваем. Так. Вот так. И теперь нам нужно сейчас, не отрывая нить, переместиться именно в ту сторону. Я делаю вот таким образом, потому что у меня все равно ниточка, вот иголка короткая, она туда не достанет. Вот. Так, здесь убираю и еще раз считаю. 2, 4, 6, 8. Значит, вот здесь мы будем пришивать другой глазик. Так. И вот таким образом сейчас будем пришивать самостоятельно. Еще несколько раз я буду возвращаться в обратную сторону, еще 2-3 стебка здесь пришью, потом еще раз вернусь, еще здесь пришью, и тогда уже можно будет куда-то вот эту ниточку хорошенько тоже спрятать, чтобы ее не было видно. А лучше всего ее просто вывести вот так сюда, именно в эту сторону. Давайте хорошенько еще пришиваем. И тогда мы уже перейдем для сшивания ручек и головы. Друзья, смотрите, я пришила одну ручку, я взяла прочную ниточку, очень прочную, и сложила в два сложения. Хотя она у меня и светлая, и я пришивала вот здесь на темную пряжу, как вы видите, можете посмотреть, у меня нигде она не просвечивается, потому что я пришивала очень крепко, плотно. Во-первых, сама вот эта часть набита плотно, и оно все вместе плотненько получается. То есть можете под ручку тоже посмотреть, нигде не просвечивается вот эта белая ниточка. И я ее просто сразу, чтобы не отрезать, я ее перетащила в то место, где мы сейчас будем пришивать другую ручку, но уже вместе. Значит, смотрите, вот, вот эта ниточка, если у вас так осталось, как у меня, да, вы тоже ее прячете в серединку, потому что мы также голову будем пришивать прочной ниточкой. Вот, хорошенько ее так запрячьте, чтобы она нам не мешала. Вот. И хочу сказать, значит, здесь обязательно сейчас мы будем добавлять еще наполнителя, чтобы голова крепко держалась у нас. Сколько вам нужно отступить? Вот от шеи. 4-5 рядов. Во-первых, так, чтобы хорошенько у нас сидел снуд. Но самое главное это то, когда мы с вами будем вязать сумочку здесь,
У сумочки будут свои лямочки, и она будет обхватывать вот так вокруг шейки и проходить сюда. И за счет этого она будет здесь держаться, как будто в натяжку. Вот. Потом уже будет снудик сюда хорошенько заходить. Вот. Поэтому мы отступаем 4-5 рядов. У меня 1, 2, 3, 4, 5. Можете посмотреть. Вот. Между 5 и 6 я уже пришивала. Значит, так. Я вывела сюда ниточку свою. Ручки мы прикладываем, как я вам и говорила, вот этой стороной, там, где у нас было вот это соединение, где мы меняли цвет, так, чтобы она легла вот в эту часть, чтобы ее, этих соединений не было видно. Вот так оно должно быть. И как видите, они практически, вот, то есть они касаются вот этой юбочки. Так и должно быть. Эти руки должны быть длинными. Вот. И точно так я отступаю здесь. Так я себе считаю. Так, я надеюсь, что вам будет видно. 2, 4, 5. Этот ряд, что мы уже добавляли, это ничего страшного. Как будто половиночка. Так, хорошенько смотрю. Так, чтобы вот эта рука шла ровненько с ножкой. Каждый раз прикладываю, вот смотрю, чтобы и здесь у нас было ровненько. Так, придерживаю хорошенько. 2, 4, 5. И буду сейчас пришивать. То есть я постепенно, столбик за столбиком, вот так захватила. Сейчас я увожу сюда. Еще раз сюда выведу, потому что нам для начала нужно, ну, так, чтобы она уже сама держалась, чтобы мы ее не придерживали. Мы ее для начала хорошенько здесь закрепим. Так. Вот. И тогда я уже возвращаюсь назад. Еще раз смотрю, чтобы было ровно. Так. Это на столе вообще неудобно делать, честно, но нужно. Вот. Итак, столбик за столбиком я вот так захватываю и прошиваю хорошенько, так, чтобы мы точно знали, что ручки наши будут держаться. То есть я с одного места возвращаюсь в следующие, так постепенно каждый столбик за столбиком. Иголочку я взяла такую чуть-чуть побольше, потому что маленькой иглой не очень удобно будет пришивать. Так, смотрим. Сейчас вот, видите, беленькая ниточка торчит. Сейчас мы ее поправим. Мы вот так захватим отсюда столбик и как будто мы ее запрячем, чтобы ее не было видно. Если у вас есть прочная ниточка темного цвета, ну вот вы подбираете ту, которую вам нужно. Так, так, чтобы она нигде у нас не просвечивалась. Вот так. Еще один раз сюда пройдемся.
Так, и я вот заметила, что у меня здесь немножечко светится. Я сейчас туда вернусь. Так. В это место. И тоже постараюсь это закрыть. Закрываю так, чтобы, вот видите, натягиваю, стягиваю, и этого не будет видно. Это и значит, что нужно пришивать плотненько. Так, смотрим под ручку, ничего нету. Это очень хорошо. Так, и мы можем здесь под ручкой, знаете, как бы закрепить ниточку, а можем просто ее вывести вот в это место, так, и ножничками вот так небольшой кусочек отрезать, то есть оставить его тоже в серединке. Вот сейчас здесь еще нужно добавить наполнителя. Так, у меня скользко бегает по столу. Вы себе на коленях делайте так, чтобы вам все получалось. Вот, обязательно сюда нужно еще добавить, потому что когда мы с вами будем пришивать голову, чтобы она у нас, знаете, не была такая шея мягкая, она должна быть тоже хорошенько такая тверденькая. И чтобы со временем игрушки голова не падала никуда. Вот, поэтому нужно плотненько тоже добавлять. Вот, я сейчас немножечко приподниму камеру, и мы будем пришивать с вами голову. Итак, друзья, смотрите, мы должны пришить голову вот таким образом. Она должна быть вот так. Значит, я думаю, вы видите, что это здорово получается у нас, так, но на самом деле она у меня не пришита, я просто ее так приложила. Значит, для начала, как мы будем пришивать? Вот здесь у нас есть вот это место, там, где мы заканчивали ряд. Я тоже взяла иголочку, в два сложения сложила ниточку, так. И нам для начала нужно ее хорошенько закрепить. То есть, как я делаю? Я сначала вот так вывожу немножко, вот эти кончики оставляю здесь в серединке. Так, их можно там палочкой запрятать хорошенько. Так, придерживаю. И вот здесь закрепляю, так, один раз, второй раз, пробую, держится ли, так, и теперь мы можем взять голову, также прикладываем, смотрим хорошенько, чтобы вот все, глазки совпадали так, как нам нужно, чтобы все было у нас ровно. Так, и вот здесь придерживаю так. И за это место также вот пока что закрепляю. Так, мне это будет даже очень неудобно сейчас делать, потому что оно все очень плотно набито. И игрушка не маленькая. Но я постараюсь вам показать. Значит, я здесь пока что закрепила так слегка. И теперь каждый раз я буду делать таким образом. То есть, вот можете видеть, я буду захватывать столбик от тела. Так. И вот так хорошенько подтягивать. Ну, поначалу оно так и будет пока что, так. Потом я буду захватывать столбик от головы. Вот я думаю, вам должно быть видно. Тоже хорошенько подтягиваю. Вот оно подтягивается само хорошенько. И снова столбик от тела. Вот видите? Так. И теперь опять столбик от головы. Вот так оно должно получиться.
обязательно не забывайте о том, что мы сейчас, когда дойдем, прошьем половинку, то нам нужно постепенно будет добавлять в середину еще наполнителя. Если вы видите, что у вас вдруг, когда вы пришиваете, голова вот так немножечко косит, значит, вы захватываете уже как будто по два столбика и стараетесь ее равнять. Потому что так может быть. Иногда такое бывает. Так. Так, еще хотела показать такой момент. Вот видите, у меня на самом деле здесь не совсем совпадает шея с головой. Это все потому, что у нас хотя бы и здесь 18, и здесь 18. Но так иногда бывает, когда я набиваю очень плотно голову, да, я вот эти части, вот этот кружочек пальцами растягиваю. И такое может быть, что она чуть-чуть просто шире. Если у вас так вдруг получается, например, вы будете вязать там вторую, третью игрушку, вы это видите, то вы можете просто добавить еще один ряд, как будто немножко туговато сделать на голове, то есть последний ряд, и за этот ряд уже пришивать. Но оно сейчас, вот эта шейка, все равно я буду добавлять туда наполнителя, и она все равно станет на свое место. Но если вдруг вот вы будете так несколько игрушек вязать, вы будете это видеть, то вы можете себе на следующий раз вот это взять на заметочку, если кто не знает. Потому что каждый раз мы вяжем, и всегда каждый из нас чему-то учится. Так. Я так хочу дойти до того места, чтобы вам ее поставить на ножки, но пока что не получается, потому что она падает. Вот, пока что вам показываю так. Все хорошенько подтягиваете. Каждый раз смотрите, чтобы глаза смотрели ровненько. Вот видите, теперь я вам могу показать поближе. Значит, смотрите, вот я захватываю столбик от головы и захватываю столбик от тела. То есть иголочка нам хорошенько дает такую возможность это сделать. Смотрим каждый раз, все ли у нас ровненько. Сейчас мы немножечко сюда отойдем и будем уже добавлять наполнителя. Так, если голова немножечко косит, мы как будто возвращаемся на один столбик назад. И тогда она станет на свое место. Если нужно, вы чувствуете, то можете пройтись два раза. То есть пришивать голову два раза. Так, вроде пока нормально. И вот у нас здесь есть место, куда нам нужно добавить.
Аккуратно, не спешите, вот так пальчиками, чтобы не разорвать те петельки, которые вот вы только что пришивали. Так, у меня трясется камера, потому что у меня здесь стоит штатив на самом деле. И кукла зацепляет его. Так, я извиняюсь. Вот, я думаю, вы... Здесь должны как бы все понимать. Так, сейчас здесь с этой стороны мы еще, конечно, подтянем все хорошенько. Я хотела вам так показать уже все до конца, чтобы вы видели на самом деле, как я это делаю. Так, вот. Как будто она чуть-чуть, может, мне так кажется, потому что я под углом смотрю, как будто мне кажется, что она вроде туда как бы больше смотрит. То есть мы сейчас немножечко вот так назад столбик возьмем. Иногда бывает так, что она просто, ну, сама игрушка, даже если она там чуть-чуть в сторону и смотрит, то ей наоборот это придает какого-то своего образа. Так, этот у нас здесь это место. Это то место, где мы заканчивали голову. Если вы чувствуете, что нужно пройтись два раза, то проходитесь. Но точно так же, столбик в столбик. Вот, можете посмотреть. Так, вроде все хорошо. Сейчас я закончу. То есть мы теперь уже можем ее вот так еще хорошенько пройтись, прокрутить вокруг. То есть как будто закрепить. Мы можем теперь смело ее куда-то вывести. Вот тоже под шейку.
то есть под голову, так? И здесь мы можем уже ее отрезать. Вот. Так у нас получается сзади, так получается спереди. Так, и вот такая куколка у меня получилась. Я надеюсь, что у вас точно так же все получится. Вот как мы пришивали с вами шейку. Нигде ничего не видно, никакой белой ниточки. Я вам так сейчас ее еще замеряю вместе с головой. То есть от тела до ножек у нас было, от шейки до ножек у нас было 25 сантиметров. А теперь, если мы возьмем от центра головы куклы и пройдемся вниз, у нас получается, смотрите, практически 36 сантиметров. Вот такая кукляшка получилась. На этой части мы закончим. Скорее всего, что уже в следующей части, в третьей, мы с вами будем вязать вот такую маленькую кукляшечку вместе с шапочкой. Вот все.